Добрый вечер, ха. Три раза ха. Тут мне, ну тут я жаловался сегодня в ролике, что ой, плюс 25, у нас сегодня жарко, невозможно. И вот мне Елена наша с Калифорнии написала: представляете, док, а для меня плюс 25 это холодно. Я сразу ей ответил мгновенно: да, Брониус вечно сетует, замерз, всего плюс 25. Ребят, у меня такой вопрос, я думаю, он вам будет интересен. Есть две категории людей. Одним нравится, когда после страшной жары и вдруг попадаешь в прохладу. Хорошо. А есть вторая категория, которым больше нравится после мороза попасть где-то в теплое помещение. Вот я как раз отношусь к таким. И один раз я две недели испытывал кайф. Это было уже на шестом курсе. На зимние каникулы я соблазнил всю свою группу и там еще ребят уехать в Смоленск на лыжную базу. И вот мы там поселились в номере. Причем это очень недорого было, но неважно. И вот мы с одним парнем поселились в номере. Вот, с утра на лыжи и по трассе. Зик, оба мы с ним махали палками. Вот, а там еще и спортсмены тоже были. Ну, это лыжная база. Ну, просто подзаработать, они туристов туда пускали. И вот мы гонялись, а потом приходили домой. Тепло, хорошо, класс. Вот мне вопрос, ну, сами понимаете, какой, вы к какой категории относитесь? Это кому больше приятно, из жары в холод или наоборот из холода в тепло, расслабон? Вот все, в принципе. Мне просто интересно, кого больше у нас на канале. И пока все, нам уже надо готовиться, потихонечку складываться. Чао!